Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам снова хочу рассказать всю самую актуальную информацию про новые бесплатные лимитные вещи в Роблоксе, которые мы с вами сейчас можем получить. И также расскажу про 5 промокодов, введя которые мы с вами быстрее получим эти легендарные вещи. Ну что ж, не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. И, кстати, зацените мой новый свитшот. Недавно его себе приобрела, решила пока поносить. И что самое прикольное, этот свитер у нас полностью лимитированный. Те, кто смотрит мои видео, те знают, как я его очень легко и быстро получила. Ну что ж, не будем отвлекаться, поехали! Торпец – это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робоксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в самых разных валютах. Ну а также Старпец раздают всем своим новым пользователям бесплатных питомцев по моему промокоду, который действует до конца апреля. Переходите на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Покупайте выгодно и безопасно! В первую очередь, ребята, хочу вам рассказать про новые ивентики и вещи, которые мы с вами сможем сейчас получить, а потом уже введем с вами наши 5 промокодиков. Смотрите, кто помнит эту вещь. Да, вчера в своем телеграм-канале я быстро анонсировала ее и сказала, чтобы вы все бежали ее получать, потому что сейчас, на данный момент, этого жакета уже осталось буквально пару сотен, а было 5000. Распродано, как видите, уже 4357 копий, а все потому, что у нас с вами ивент вышел вечером. И что самое прикольное, если вы даже не успели получить вот такой свитер, как у меня на аватарке, да, я его тоже получила из этой игры. И вот этот костюм я тоже его получила. Сейчас я его на себя, кстати, примерю. Задание очень легкое, и совсем скоро в этой же игре Tommy Play нас с вами ожидает вот такой вот просто офигенный, и мне кажется, он очень качественный свитер, еще и с таким логотипом сзади в виде рюкзака. Я очень хочу его получить, и, скорее всего, я не успею снять про него видео, потому что ивент у нас начнется уже сегодня вечером, а я снимаю видео день в день, поэтому если вы хотите знать, когда выйдет этот свитшот и что нужно для него сделать, вступайте в мой телеграм-канал, ссылка будет в закрепленном комментарии, сегодня вечером я анонсирую выход этой вещи, когда она у нас появится, а на самом деле задание простое, сейчас давайте я примерю на себя эту вещь и покажу вам на себе ее. И смотрите, ребят, этот костюм, я его вчера себе приобрела, посмотрите, как он на мне смотрится, если честно, мне не совсем нравится качество, потому что где-то оно тут вот застревает в текстурах и выполнено, ну не знаю, как-то странно очень смотрится, но мне очень понравилось, что вместе с этим костюмом я еще получила вот такой вот прикольный свитшот, я не знаю, это просто как какой-то дополнительный бонус мне упал в инвентарь после того, как я выполнила задание, а вот этот свитер, он, конечно, просто шикарный, кому-то он, кстати, падает в инвентарь, а кому-то нет. Вот, к примеру, моему другу он не упал. Странно. Но ничего страшного. А вот так вот, ребята, смотрится жакет, который сегодня у нас выйдет. Просто посмотрите на него. Я его очень хочу получить. И мы с вами это будем вместе делать в моем телеграм-канале. Ну и вот, ребят, смотрите, я прогрузилась в этой игре Tommy Play. И смотрите, пока что тут еще нет никаких заданий, но вы можете уже заранее насобирать коины. Если мы с вами зайдем и нажмем вот на эту кнопку, тут у нас вот в этой вкладке появится задание. И мы с вами увидим, что через 8 часов у нас анонсируется наш жакет. Скорее всего, количество копий также будет 5000, но я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот этот костюм, который мы с вами вчера получали вечером, он был как раз-таки в количестве 5000 копий. Все, что нам нужно с вами сделать, это насобирать 250 поинтов. Как это делать? Это мы с вами просто, смотрите, либо садимся на велосипед, ну, либо если вы не умеете на нем кататься так же, как и я, просто бегаете по карте, и по всей этой карте разбросаны вот такие вот оранжевые монетки. Мы их с вами как раз таки и должны собирать. Собираем, и вот здесь вот если сбоку заходим, отслеживаем свой прогресс. Но пока шкалы никакой нету, поэтому, извините, заранее не получится собрать, все-таки только через 8 часов. Поэтому можете пока в эту игру не заходить, я почему-то думала, что можно будет заранее забрать. Нет, нельзя. Так что ждем. Через 8 часов будем играть и собирать эти монетки.
Теперь, ребята, расскажу вам про парочку волос, которые у нас с вами сейчас вышли в новых играх. Поэтому, если вы хотите что-то как-то разнообразить свой имидж, то советую вам зайти в эти игры. В первую очередь, ребята, у нас вышла вот такая замечательная блонди прическа. Количество копий у нас всего лишь 250 штук. И на данный момент распродано 10 копий. Ну, довольно-таки медленно разбирают. Игра у нас относительно не такая популярная, как другие игры. Называется она у нас Tap for UGC. Кстати, все ссылки на игры и на бесплатные вещи будут в описании к этому видео. Можете переходить и в том же порядке, как я рассказываю, нажимать на эти ссылки и смотреть, что бы вы хотели получить и сколько копий осталось. Давайте зайдем в эту игру, скажу, что тут нужно делать. Смотрите, ребят, как только мы с вами зашли в эту игру, наша с вами основная задача — это кликать. Да, у нас здесь есть вот такая кнопочка, на нее мы нажимаем, и все, это наша с вами основная задача. Еще раз повторюсь, для таких игр я вам советую, если у вас Android, скачать автокликер. Он у нас, в принципе, если вы андроидом пользуетесь, он должен быть у вас бесплатно в маркетплейсе. Смотрите, если заходим в раздел UGC, видим, что для нашей прически нужно собрать 350 тысяч поинтов, ну или сделать 350 тысяч кликов. Также, помимо всего прочего, еще есть вот такие волосы в черном и в рыжем цвете, еще есть такой рюкзачок, и все это еще у нас есть в большом количестве. Я так относительно считаю, потому что эти волосы вышли довольно-таки давно, и в этой игре меньше гораздо конкуренции, чем в других. И волос в целом ничуть не хуже. К сожалению, промокодиков у меня для вас в этой игре нету, но принцип, я надеюсь, вы поняли. Что самое прикольное, задание не сильно сложное на самом деле, всего лишь 350 тысяч поинтов. Я считаю, что это не 3, не 4 миллиона, и сделать их довольно-таки несложно. Поэтому вот, идемте дальше. Далее, ребят, хочу вам рассказать вот про такой аксессуар. Это у нас такие интересные черные рога. Ранее я рассказывала вам про точно такие же, только черно-белые. Количество копий у нас 750 штук. На данный момент всего лишь 7 человек купили эти рога. А все потому, что они у нас представлены в новой игре UGC Pause. Сейчас давайте зайдем, расскажу, что тут нужно делать. Задание в целом относительно несложное. Смотрите, мы с вами тут прогрузились, и наша с вами задача — просто стоять в этой игре. Каждые полчаса нам игра дает 15 тысяч кубков. Ну и все на этом. Основная задача — это чтобы на сервере никто не двигался, иначе таймер собьется. Смотрите, у нас здесь есть вот UGC Shop, и на данный момент, что мы с вами тут можем приобрести, это только вот такие рога и такие наушники. Для рогов нам нужно с вами собрать 125 тысяч кубков. Для вот таких наушников 35 тысяч 500 кубков. Это довольно-таки немного, и еще довольно-таки большое количество этих наушников осталось. Вот такая игра, относительно новые, можете играть в нее и получать вещи. Ну а я перехожу к следующей информации. Следующее, что мы с вами можем получить, это вот такие стильные белые аниме мужские волосы. Ну, кстати, девушкам тоже подойдет. Мне очень нравится их такой растрепанный вид. Количество копий у нас 1000, и на данный момент распродано 115 копий, и я думаю, что ребята их будут разбирать довольно-таки медленно, потому что мужские волосы не так сильно пользуются спросом. Но вы можете посмотреть, как они выглядят на мне. Выглядят и сделаны они очень качественно, классная детализация. Поэтому, если меня смотрят мальчики, я думаю, что вам стоит их получить, если вы любите такой стиль. Смотрите, эти волосы мы с вами сейчас можем получить в игре Click for UGC. Вообще, я вам скажу, так много разных игр развелось на эту тему. Click, UGC Tap, UGC Don't Move, UGC. Все что угодно сейчас на ваш любой вкус и цвет. Я считаю, что это очень классная эра, когда мы с вами можем получать такие клевые лимитки. Раньше же были только бесплатные вещи, а сейчас есть прикольные лимитки. Но здесь, ребята, очень похожая задача, нужно кликать по экрану. Также еще раз советую скачать вам всем автокликер, потому что самому вручному нажимать по экрану довольно-таки тяжело. Если зайдем в вкладочку UGC, видим вот такие интересные лимитки, которые у нас еще есть в наличии. Это такие фиолетовые волосы, белые волосы, поэтому черные такие, что, смотрите, волосы есть. Ну и, конечно, наши белые мужские аниме волосы тоже в большом количестве.
нужно нам с вами накликать конкретно для этих волос 1 140 000 кликов. Ну и для остальных волос, кстати, вот для этих прикольных девичьих волос нужно чуть-чуть меньше. Поэтому вот, смотрите сами, хотите тут получать или нет вещи, но они тут представлены в большом количестве, и игра по отношению к другим играм Dance for UGC или UGC Don't Move, она не такая популярная, соответственно, меньше народу играет в эту игру. Можете тут получить лимитки быстрее. Рассказываю про следующие волосы, они у нас уже в таком женском стиле, количество копий у нас 1000, и мы с вами сейчас их можем получить в игре Play for UGC. Да, очень похожая игра, ранее про нее рассказывала, кстати, посмотрите на вот эти объемные хвостики, давайте попробуем примерить на себя. Распродано всего лишь 372 штуки. И на мне они смотрятся вот так вот. Блин, мне очень нравится, как они на меня сели. Прям очень хорошо смотрятся, ребят, оцените. Думаю, может быть, их тоже получить. Давайте зайдем в эту игру. Здесь, ребят, принцип игры немножечко другой. За каждые полчаса пребывания в этой игре, даже можно шевелиться, мы с вами получаем 5000 поинтов. У меня здесь, кстати, меньше всего поинтов, ну потому что они тут даются только раз в полчаса. Здесь также есть рулеточка на различные бонусы, крутите ее. Она нам тоже тут дает спины каждые 5 минут бесплатно. Если зайдем в вкладочку Get UGC, видим, что нам нужно собрать 403 тысячи поинтов для этих волос. Еще есть вот такие же черные аналоговые, или еще, а нет, эти уже, к сожалению, вышли. Мне еще очень нравится, что в этой игре появились мини-игры. Вы можете вот здесь вот присоединиться к ним, если нажмете на кнопочку Join Back. И нас с вами перекинет в игру, мы с вами в ней должны выиграть. И вот буквально перед записью этого видео мы с девочкой победили в раунде, и мне за один раунд дали 750 поинтов. Но я считаю, что это очень круто, если вы выигрываете. Поэтому вот, смотрите внимательно, играйте в эти игры. Тоже довольно-таки интересная игра. Все, а мы с вами наконец-то переходим уже к нашим промокодикам. И первые промокоды мы с вами будем вводить в новой игре, тоже посвященной UGC-шкам. Пока что у нас с вами в этой игре представлены вот такие вот мужские рыжие волосы, довольно-таки интересного цвета. Пока что только 500 штук, ну потому что игра только начинает. И еще есть вот такие забавные рыжие волосы с кроличьими ушками. Тоже, по-моему, количество копий у нас 500, и на данный момент распродано 16 штук. Чтобы, ребят, их получить, играть мы с вами должны вот в эту новую игру Train for UGC. Здесь у меня для вас в этой игре есть аж целых 4 промокода, которые вам помогут разогнаться в этой игре. Давайте зайдем. Здесь, ребят, у нас принцип игры тоже очень похожий. Мы нажимаем с вами на кнопочку Train. То же самое, что и Dance, только Train. Нажимаем и смотрите, каждый мы с вами... у нас тут есть общий сервисный таймер и есть наш личный таймер. Каждые 15 минут мы с вами получаем 5000 поинтов и... А, ну вот, получается только 5000 поинтов. А за общий сервер мы с вами получаем 15000 поинтов и 1 вин. Но самая важная задача, чтобы никто на этом сервере не сбился и никуда не побежал. Все должны вот так вот тренироваться. Также у нас здесь есть с вами питомцы, которые нам тоже помогут усиливать нашу прокачку в виде поинтов. Но вот, к примеру, чтобы открыть это яйцо, нужно накопить 50000 поинтов. Я вам всем советую это сделать, потому что я уверена, что с питомцами ваша прокачка пойдет гораздо быстрее. Еще здесь есть вот вверху такая незаметная рулетка. Каждый у нас, по-моему, 15 минут или 13 дается бесплатный спин. Поэтому мы тоже можем ее крутить. Ну и вот вкладочка Codes. Давайте с вами тоже в нее зайдем. Также, ребят, перед тем, как мы с вами введем промокодики, еще я тут обнаружила такую кнопочку. Давайте с вами сюда нажмем. И смотрите, у нас здесь есть такие вот призы. Тоже я вам советую их открывать, потому что они нам дают еще дополнительные поинты. Времени. То есть в этой игре прям прикольно, что можно столько всего получить дополнительно сверху. Ну и все, давайте зайдем в вкладочку Codes и введем наш с вами первый промокод. А называется он вот так вот. 100PPL. Вводим и получаем 10000 бесплатных поинтов. Следующий промокод у нас называется вот так вот. 100PPL. Вводим. И еще, ребята, получаем 10000 бесплатных поинтов сверху. Следующее, ребята, это у нас промокод BlueCat. BlueCat. Вводим.
И еще получаем с вами 10 тысяч поинтов. Вообще круто. Следующий промокод у нас называется вот так вот, бета. Тоже вводим и получаем 5000 поинтов. Вот и все, ребят, вот такие 4 промокодика. Скорее вводите в этой игре, потому что они скоро могут уже закончиться. По-моему, их действие 24 часа. Но еще успеете, думаю, их ввести и получить свои поинты времени. Ну и, ребята, основная задача в этой игре, это, конечно же, накопить 1 миллион поинтов для всех вот этих волос. Они у нас по 1 миллиону. Да, почему не могли сделать, не знаю, ну 500 тысяч? Почему 1 миллион? Странно. Ну вот, ребят, такая игра. Всем советую играть. Ну а теперь переходим к следующим двум нашим самым любимым популярным играм. Ну теперь, ребят, пришло время рассказать про новиночки в игре Dance for UGC. Это вот такие две пары офигенных волос, похожих друг на друга, но мне почему-то больше нравятся вот эти белые, они просто великолепные. Количество копий у нас 750 штук, и задание относительно не такое большое, как для других лимиточек. Нужно собрать 1 миллион кубков в этой игре, что для этих волос, что для других. Давайте попробуем на них примерить, их на себя примерить. Может быть, накоплю эти миллион кубков и куплю эти волосы. Кстати, обратите внимание, что розовых волос у нас 2000, а вот этих белых 750 штук. Ну, как-то странно, почему так мало? Я решила примерить, ребята, и вот это как смотрится на мне розовые блонди волосы. Посмотрите, зацените сами. И вот такие вот еще белые волосы, тоже можете их примерить. Ребят, пишите в комментариях, какие мне больше подходят. И такие я, наверное, возьму, если успею. Ну, кстати, наверное, розовые мне подходят больше. Так, ребят, я уже зашла в эту игру. В целом, я думаю, вы все условия знаете, что нужно делать, как зарабатывать кубки. Да, это наша с вами основная валюта. Давайте зайдем в вкладочку Codes и введем еще один с вами промокодик. Вот такой вот промокод Spring Drizzle, давайте его введем, и мы с вами получили плюс 35 тысяч кубков. Здорово. Ребят, успевайте вводить, потому что промокодики у нас действуют 24 часа. Ну и напоследок, ребята, хочу вам рассказать про новые вещи из игры UGC Don't Move. Это вот такое замечательное лицо. Количество копий у нас 750 штук, и на данный момент распродано 123 копии. Затем еще вышли вот такие новые волосики, тоже в количестве 1000 штук, и распродано пока что 53 копии. Очень прикольные вещи. Ну и, конечно, ребят, пока что, к сожалению, нету у нас промокодиков из этой игры, но как только они появятся, скорее всего, это будет сегодня, надеюсь, я их сразу же опубликую в свой телеграм-канал. Поэтому, если хотите узнать промокоды на эту игру, подписывайтесь на телеграмчик. Ну а на этом, ребят, это была вся информация. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!